Оппозиция не может определиться, кого будет поддерживать на выборах мэра Москвы. Сегодня на координационном совете думали, как быть, поддержать только Навального или Навального и Удальцова вместе. К согласию прийти не смогли, решено провести заочное голосование в интернете, оно продлится несколько дней. Алексей Навальный накануне был выдвинут кандидатом на пост мэра от партии «Парнас». Сегодня он подал документы в избирком. Находящийся под домашним арестом лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявлял, что он намерен принять участие в выборах. Добавлю, что официально зарегистрированы уже 8 кандидатов.